Доброе вечернее, товарищи. Добрый вечер, другие товарищи. Это время 7 июня. В Екатерине пройдет конкурс песни «Silvision 2020». Наша страна победила с песней «Runaway». The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Тереза Мэй официально уходит в отставку с поста лидера консервативной партии косвенно как премьер-министр. Также в программе президент Дональд Трамп посещает Ирландию. Он обсуждает проблему северной границы, конечно, протестующих. Добрый вечер. Добрый вечер. Результаты конкурса песен Silvision 2249 опубликованы, и мы с гордостью объявляем о победе нашей команды Silvision. Наша команда заняла первое место, исполнив песню Runaway на конкурсе Tchaeusean Song 2249, который проходил в Шотландии. Победа означает, что наша страна будет принимать Silvision в следующем году с уже сформированной командой планирования Silvision. Давайте посмотрим на планы.